Ребята, всем, ребята, привет! Вы на канале Скипидиа Плунгер Камерамен. И сегодня, ребят, я выживаю в Майнкрафте на скайблоке. Кстати, ребят, видите, там еще есть такие же. Но сначала, ребят, мы будем выживать на первом, а потом, ребят, на втором. Погнали! Кстати, тут кучу книжек. Ладно, ребят, давайте сейчас я, ребят, буду добывать дерево. Кстати, ребят, у меня скин Вантусмена. Ладно, ребят, сегодня я пройду первую часть этого скайблока, а в следующем ролике пройду вторую часть. Просто такой долгий, кстати, ребят, 4 дерева. Так, давайте сейчас, ребят, 16, давайте досок надо скрафтить, ребят. Давайте для начала скрафтим себе верстак. О, кстати, в сундуке же книги, да, вы уже видели. Так, мне это не надо, ребят, книги этим... Все, ребят, давайте строить. Так, палки надо обязательно скрафтить. Так, нам надо кирка, топорик нам надо. Ну, давайте меч не будем крафтить. Нам надо еще оставить. Все, ребят, уже пора в путь. Все, ребят, пора копаться. О, тут уже сразу камень. О, мы, кстати, можем камень сейчас добыть, ребят. Ой, что это? Главное, ребята, что не было... но это же, ребят, настоящий Майнкрафт. Тут, ребят, никаких рекламы не будет. Кстати, ребята, напишите в комментариях, как, ребят, тоже вы выживаете в Майнкрафте. Вы уже проходили этот такой скайблок? О, ребят, мы упали куда-то. Тут, кстати, песок есть. О, ребят, каменная лопата. Зачем-то нам пузырек и книжка, она нам не нужна. Все. Так, тут пока ничего нету. Ладно, пошли дальше. Кстати, лопата есть. Наверное, это лопата нам для песка. Ребят, это золото. Но у нас нет уже, ребят. Тут, ребят, уже кирка нужна. Жалко, конечно, что нет железа. Ой, что я? Это лазурит. Так, все, ребят, давайте сейчас... Ну хорошо, что мы на дерево. Я упал на дерево. А тут еще. О, кстати, тут сундук. Ничего такого. Так, ребят, надо будет сейчас дерево. Кстати, ребят, мое видео в мае вышло. Кстати, ребят, кто тоже играет в Майнкрафт, ставьте лайк. Так, все, тут камера. Если что, ребят, надо уже. Ребят, там лава. Так, ребят, я сейчас буду просто лететь. Давайте, ребят, сейчас надо поставить. Давайте, ребят, я сейчас пойду Ребята, я все сделал нормально. Так, ребят, дальше у нас идет вроде... Дальше, ребят, у нас идет ферма вроде, ничего такого. Ребят. О, кстати, уголь. Ребята, вдруг в доме зомби могут быть. О, вот, ребят, кстати, я это... Сейчас прошу. Уже сидел, выживал где-то еще в 2000... О, ребят, вот эти зомбаки. Падаю! Ребят! Давайте посмотрим, что в сундуке. Ребят, вы слышали, ребят? Ой, что это? Это... Давайте, я кровать себе сейчас заберу. Вообще. О, ребят! Кстати, ребят, уже кирка мало. Давайте, ребят, сейчас
Давайте сейчас, ребята, скрафчу, ребят. Сломаю дом. Ребят, мне нужно, ребят. Мне сегодня нужно пройти первую часть. Если что, то вторая тоже будет в этом же мире, ребят. Сейчас вот надо дерево, ребят, конечно, надо больше нет. Дальше тут через забор. Все, ребят, сейчас же будет дерево, надо скрафчу. У меня вроде бы стал тоже дерево, да, ребят, это очень печально. Сейчас, ребят, надо поддобыть дерево и уже в кучу. Все, ребят, 5 дерева хватит. Кстати, ребят, вы слышите такого вот ребята? Я не помню, как его зовут, но мне это вроде жители. Вот такие какие-то серые жители, но я не помню, рейдеры вроде, но нет, нет. Так, конечно, о, верстак же там есть, чем мне тратить свое дерево. Голема мы, конечно, продавать не будем, потому что у нас блок. Но мы, ребят, кстати, можем... Сейчас, ребят. Так, ребят, скрафчи. Ребят, тоже нужен верстак. Я уже верстак забираю. Сейчас, ребят, даже мне надо скрафчу камень сейчас себе. И можно, кстати, голема убить, ребят. Так, все, выходим, ребят, надо... Кстати, ребят, тут сам портфель, я тут уже играю. Дом ведьмы есть. Так, ребят, палки есть. Так, первое мне надо скрафтить. Так, ребят, вроде я где-то слышу зомби, нам надо скрафтить меч. Ну, ребят, и топор, конечно. Ребят, что из... Ребят... Ну, себе. Валим. Есть одна идея. Есть одна идея. Давайте, ребят, я лучше поставлю мирно, а потом запишу мирно. Просто мне голем нужен. Так, все нормально, все мирно. Все, ребят, я поставил мирно. Голем, все, ребят, меня уже атаковать не будет. Все, он, вот видите, не атакует меня. Три железа, блин, конечно, не повезло, ну ладно. Так, ребят, давайте железо пока тратить не будем. Ну и надо тоже каменный топор скрафтить себе. А, ну и каменную лопату, конечно, ребят, надо скрафтить. Есть, так. Ну и, конечно же, крафтим каменную лопату, ребят. Ну все, ребят, можно выдвигаться. Дальше. Надо посмотреть, что у нас дальше идет, ребят. Вроде у меня полностью покоцанный меч. Дальше, ребят, уже вроде дом этих разбойников идет вроде. Вот, чем я топором копаю я. Ну ладно, ребят. Я знаю, что дальше, ребят, у нас идет. Ребят, дальше все-таки идет дом разбойников. Так, ребят, вроде из вызывателя выпадут изумруды. Мне сейчас надо быть на готове. Кстати, ребят, у этих разбойников также есть топоры, ребят. И топоры эти очень сильные. У них железные топоры. Может, ребят, у меня... Вот, ребят, вы их слышите. Ой, все. Ладно, ребят, у меня больше блоков. Кстати, есть блоки. Давайте, может, камнем построимся. Давайте ставить камни на камни. Вроде, ребят, мне на том же вызывателе в главном на этаже. Давайте, он может нас уничтожить. Также, ребят, этот вызыватель нас может уничтожить в любой момент. Ну что, ребят, вы готовы? Поддержите меня лайком сейчас. Ну что, ребят, я готова. Я сделаю, ребят, это только ради вас, ребят. Ну что, ребят, раз. О, давайте, ребят, я сейчас сломаю. Посмотрите. О, все сломаю. Житель, ты меня пугаешь. Кстати, ребят, есть один минус. Он может просто пойти меня скинуть. Ребят. Ну что, ребят, вы готовы? Если я сейчас умру, то я выключаю его. А вот ты! Стоп! А, так я же, ребят, мирно. О, кстати, у него топор выпал. А вот этот его главный. А он носится, ребят. Как непонятно. На тебе, на тебе, все. О, ребят, тотем. Ребят.
ребят, каменный меч забираем, изумрудики тоже, а паутина... А, паутину, кстати, ребят, тоже нам надо забрать, потому что будет скоро зомби спавниться. И нам нужно их садить в паутину. Ладно, жители еще падают. Ладно, ребят, ставлю немирно. Давайте поставлю немирно теперь. Ну и все, ребят, давайте поставлю немирно и... Ставлю немирно. Все, ребят, я поставил немирно. И давайте, ребят, сейчас... Ребята... Все, копаться, ребята. О, ребята, вот мы и... Тут где-то зомби уже должны ходить. Ну да, ребят, тут уже есть зомби. Ну все, зомбаки, держитесь, пупсики. Ребят, я такое делал. О, сундук. Ребят, арбалет! Блин, жалко, конечно, что стрел нет. Ладно, все, пошли. Эти дерево пока нам не нужно. Нам надо больше потратить времени, чтобы, ребят, уничтожить ведьму, ребят, нам надо. Сегодня наша цель уничтожить ведьму. О, ребят, я попал в вот этот мир. Черт, ребят, ведро воды. Ну, заберу, ребят, все. Погнали дальше, ребята. Так. Все, камень. Только, ребят, вдруг зомбаки как-то убрались. О, ребят, мы попали в снежный мир. Так, сундук. Ребят, вроде... А, нет, снежный мир другой. Кстати, там, тут, ребят, уже все. Так, следующее выживание будет на том блоке, ребят. Так что, ребят, если под этим видео наберется где-то именно много лайков, где-то целых... Ребят! А, ребят, меня скелеты убили. Так, а, ребят, блин, я тут возродился. Давайте, ребята, сейчас эти скелеты нас убили. Ладно, ребят, давайте сейчас я зайду к дому ведьмы. Подождите. Все, ребят, я спустился все-таки к дому ведьмы. Давайте сейчас построюсь, ребят, к ней. Ну что, ребят, поддержите лайком. Я уже убрал мир. Ну что, раз, два, три. Ведьма. Что-то даже ведьмы нету. Ладно, ребят. На этом наше выживание заканчивается, ребят. Всем удачи. Всем спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Всем, ребята, пока-пока.